Давайте херспаун посмотрим, что там за колода есть. За 58 баков 2 леги, найс. Это мало. Вот есть какой-то хантишка, магнетик, бумбер. Эван меч, тун, кен, вин. Everyday I'm shuffling, второй. Доктор Бум, контроль, варвар. На контролях игра что-то такое себе. Меча Тун. Это типа как Тун, только... Господи, что это вообще за карты, блядь? Зилокс. Господи. Я ни одной карты не узнаю, что происходит. Эту колоду, походу, придется крафтить. У меня такой леги вроде бы не было. Сейчас посмотрим. Сколько карт не хватает. Уже одну легу вижу. Судя по всему, один эпик. Да, это эпик, ёб твою мать. Решил Альберт, блядь, колоду скрафтить. Магнетизм, божественный щит, провокация, похищение жизни. Но, судя по всему, неплохая лега. Причем она еще и общая, судя по всему. Так, 1600, блядь, мне не хватит скрафтить эту колоду. Придется что-то дизать. Наверное, какие-нибудь золотые карты придется дизать. Блядь, есть что-нибудь готовое? Готовое, что не надо крафтить. Я не хочу сейчас голову на стриме ебать об эту всю тему. У мага есть вообще колоды какие-нибудь нормальные? Или нет? Маг. Я обычно в новое дополнение всегда на маге начинаю. Его секрет паладина соберем. Обновки сду. Нужен маг какой-нибудь, который... Который не это... Не особо контроль. Типа что-нибудь такое фановое. Elemental Mage. Это старая, да, уже? А нет. Алекстраза, гиганты. Лич. Архивариус. Зачем архивариус-то? Что по кастам? Господи, что это за карта, блядь? Хуирос, хуирос. А ну-ка, давайте попробуем ее собрать. Там много крафтить придется, интересно. У тебя же бесконечный запас пыли был, куда ты все дел? Да, бля. Когда перестаешь играть и донатить в эту игру, пыль пропадает с новыми дополнениями. Так, одной леги, да, не хватает пока что. Одной леги и опять эпика не хватает. Вот сука. Стоимость всех существ в колоде становится равна одному. В колоде. Я создам ее, пожалуй. Почему эпик? Ну почему? Ну, это вообще коло, господи. Мне надо что-то пыльнуть. Не знаю, эта карта будет когда-то играть или нет, я распылю ее, пожалуй. Ну алло, дизайся. Как же ХС лагает, это просто шок. Да, я знаю, что мне надо ее распылить. Пиздец, очень сильно лагает ХС, я не знаю, что с ним происходит. Как успехи в данном казино? Да мы только распылили. Почему не пылится ничего, ёб твою мать? Шок какой-то. Что оно делает, хотя бы эта карта, которую я сделал? Вы призываете случайное число со стоимостью равной количеству карт в руке? Что, блядь? А если у меня десятка, ебать? То есть оно рандомное, как я понимаю. Вы призываете, не написано ни с колоды, ни с руки. Ебануться. Окей. Берете карту, сбрасывайте все полученные при этом заклинания. Тут заклинаний, как я вижу, не так много. Оно, блядь, почти одно. Ладно, го попробуем. Это как какой-то контроль маг. Охуенная лего. Ну, типа, да, это неплохо. Тут колоду занижает. Ее можно даже в руке, судя по всему, со старта оставлять. Это же вообще, блядь, имбаланс. Имею в виду в мулигане.
саммонит Рагнароса, которого нет уже, да. Нормальная тема. Это очень тяжелый маг, судя по всему. Но я смотрю на количество карт таких тяжелых, это пиздец. Это что за карта? Наносит 1 единицу урона случайному противнику за каждую карту в вашей руке. Случайному противнику. То есть она и в лицо еще может стрелять, да? Ничего себе и риска. Нормально. Вот эта еще тема может карты набирать. Я понял примерно принцип этой колоды. Это Big Mac, ну... Это Big Mac. Это Big Tasty, блядь. Обожаю название твоих колод, как ты их придумываешь? Да не знаю. На самом деле, по 10 секунд трачу на название колод. Двойной чизбургер и картофель, пожалуйста. Так, я сейчас как раз рекламки подвигаю. Это я хорошо вспомнил. Варвар, придите в чувство, вы, блядь, лагаете. Так, это сюда штучку. Бетсов немножко подвинем. Отманки подальше, вот сюда куда-нибудь. Вот так вот. Так, и вебочку немножко. Не знаю. Или оставить так, пусть будет. Давайте вот сюда куда-нибудь поставлю. Выше шейхов немножко. По красоте чисто. Бэх. С ноткой хенд архетипа. Что-то есть в этом такое, да. Ну нахуй на диете. Господи. Ребят, колода ОПшная. Люди в ахуе вообще просто. Легкие победы на третьем ходу. У меня еще и квест был на мага. Пока там жирный каждую карту читает, сдохнуть можно, а тут контент. Да, я люблю открывать быстро, а потом читать. Все, как говорится, приходит на практике. Нахуй их читать. Ну, леги можно еще прочитать, чтобы понимать, там, ОП или дерьмо какое-то тебе выпало. Рагулес. Я в душе не ебу, что будет делать противник, серьезно. Поэтому такое. О, это нормальная схема. Вот эту хуйню за двоечку юзаешь и потом гиганта ставишь. Это еще в предыдущем обновлении работало. На элементаль маги. Андре уже там карты открывает. Андрюша тоже в ХС стал посетителем постоянным. Прыгскокер. Что он делает? Боевой ключ получает 2-2 за каждого другого прыгскокера, разыгранного вами в этом матче. Неплохо сыграно, брат. Алзарова, новые уши или уже нет? Я просто давно у тебя не был. Но они, относительно говоря, новые. Им месяца 2, где-то 2.5. Так, сколько у нас карт в руке? 7. Мы берем, значит, 3. У нас будет 9, да? А вдруг оно скинет ту карту? Я надеюсь, что нет. А сейчас копии, да, получит? Сейчас эти прыг-скокеры будут люто забафанные, да? Ладно. Там пизда колода, он их размножать будет, ёбнешься. Понял. Ой, у меня сгорел Феникс. Точнее, не Феникс, а что-то следующее сгорит. Сейчас это будет спел за 7 маны. Это было ожидаемо, на самом деле. Так нельзя было делать. Ладно. Джейд Рога, прыг-скок Рога. О, еще и сап. Дядя, ну что ты со мной делаешь? Демон, просто демон. Я не знаю, есть у него еще один сап или нет. Но я проебался на самом деле, то что, ну, это Рога, которая могла добить моего Феникса, это было очевидно, блядь, судя по количеству моих карт в руке. Короче, я сам проебал.
этот момент. Если я въебу игру, это будет тупо из-за того, что я так походил красиво. Так, что мы здесь делать будем? Кроме того, как чили мякать, писус. Писус. Ну, мне больше нечего добавить. Хотя я могу Феникса еще поставить. Куда-нибудь вот сюда. Сейчас пойдет Крутилова. Даже не знаю, что это за колода. Меня пугает еще. Сейчас пойдет Крутилова, Крутилова. Сейчас посмотрим. Это он еще три неруба замешал. God damn! Это сильно. Это сильно, я понял. Почему второго не кинул великана? У меня маны не хватало. Какой он великан не работает, ребята, такая тема. А, он все в лицо едет, я понял тебя. Хорошая схема. Мне нравится твой ход. Так, ну определенно вот так вот. Так. Вот так вот. И вот так вот. И надеемся, что он меня не убьет сейчас. 7 атаки. Что-то есть, что-то есть, что-то есть. Тут не говори, что это Лерой какой-то. Сап. У него потрошение, походу, лежит. На того же Bad Manners пошел. А, нет, лол. Лул. Лул, братишка. Один ход еще как-то выжить, блять, надо. У него сапа нету. У него нету больше сапа. Картонки. Тебе не нравится, дядь? Да, он чем-то убивает. Почему у него все это было в руке? Ну ладно. Я сам проиграл эту игру, на самом деле, тогда в начале. Ну, плюс незнание оппонента колод еще. С Андреем уже играл по сеанс? Нет. Я думаю, что он карты открывает, там сидит. Да. В колоде у тебя из очисток только Гидон вроде, но тут спейлов нету, да. Тут я должен миньонов выставлять нормально, потому что это как полу-элем-маг получается. Получилось наоборот, что он меня задавил неплохо. Уайя! Типичная ситуация, топ-дик. Он за эту игру твою открыл 9 паков. Неплохо сыграно. Они сейчас очень какие-то ебаные в плане того, что найдутся две деки, которые играют все, и это не ХС, а День Сурка, и этим не нравится. Ну, все время ж такой был, по-моему, не? Я в плане про ХС говорю. Всегда игралось, ну, не две колоды, а колод 5. А карт хуева гора в игре. Всегда такое было, не знаю, почему люди только сейчас заметили. Насчет этого момента. Твоя колода стоит больше, чем моя, чем квартира, не бойся. Как в таком работяге, как я, собрать подобное? Одна легендарка в колоде нау. Да нет, колода не особо дорогая. Я на самом деле не трачу много сейчас на ХС. Как это было раньше. Что это такое? Крайнее левое существо у вас в руке получает 2-2. Твою мать, что это? Как от этого отбиваться, блядь? Что происходит? God damn! А мне маны не хватило еще.
Давай тычку, не давай тычку. Ладно, дадим тычку. Что там по дополнению уже есть? Колоды, заслуживающие внимания. Да, мабуть, что-то это еще, наверное, неделю, блядь. Может быть, даже две придется ждать, пока мета устаканится, и можно будет понять, что происходит. Так, это получается на... не на так много карт настреляю, как хотелось бы. Что происходит? Это какой-то злок, ебать. Дядя, становитесь. Ну да, это душня чистая. Чистая душня. Бля, вдруг там Сайленс есть. Райфон, привет. О, резидент Слипер, блядь. Но он на 4 стрельный, получается, или на 5. Ладно. Но это хуёвейший ход был, это... Да, это даже не элементальный. Все въебало. Фейсмаг чистый, сори. Неплохо сыграно, братан. Но это пекло. Ладно, пусть забивает. Если ты будешь долго сидеть, я консидну нахуй. Спасибо. Хотя бы без бэдманерства. Как ваше ничего, нормально. Пытаюсь разобраться, что происходит. В игре. Глина в деле? Ну, это типа мид-колода, на самом деле, это Ниагара. Я не думаю, что она все время въебало едет, ей трейдиться надо, как любому зулоку. Меняй деку. Подождите, дайте привыкнуть. Я всю пыль въебал на эту деку, она должна заиграть. Добрый Эль, привет. Она обязана заиграть. Еще один варлок. Походу, варлоки в мете. Раз все на варлоках едут. Пакетчи открыл, да? О, Андрюша там легендарку за легендаркой тягает. У меня две леги в одном паке выпало, птенец. Чуешь, чуешь, чуешь силу. Дикая воды струя, здравствуй. Что за мост сейчас, что за призы? Под стримом, брат, есть значочек конкурса. Нажимаешь, переходишь, заходишь в него и общаешься с людьми. Можешь выиграть что-нибудь. Сегодня у нас еще остался один приз, это 1500 на Steam. Где-то 7-8, мамба, примерно, плюс-минус. Ванголик, привет. Что это за колоды, блядь? Господь Иисусе, что происходит? Надеюсь, Ходс не забыт. Сегодня точно нет. Сегодня точно забыт, а вот на следующий стрим я не гарантирую. Планируешь ли, когда бухло стрим, я не пью. Это залог старый. Стоит ли его бояться? Я просто не играл в тот момент, когда он рентабельный был. Старый, не старый. Я дам, пожалуй, коин и убью вот эту тетю. Мне кажется, у него какие-то планы на нее. Так. Так. Неплохо сыграно.
Ничего, такой ход. Неплохо. В смысле, не пьешь, сколько лет я спал? Уже год как не пью. Видимо, год ты спал. О, Shadow Flame вылетел. Нормально. Нормально. Сойдет. Кто-то явно хотел увидеть Вуду, дядя. Кто-то хотел. После того, как вы разыгрываете крайнюю правую карту, вы берете карту. А если это крайняя правая карта? Нормальная Лего. Ну за что? Надо трейдить, дядя. Правильно, правильно. Все верно. Семь карт. Зачистку оставим на следующий ход. Ну как зачистка? Это не сказал бы, что это зачистка. Это будет 7 дэймэджа. Там и в лицо может улететь. Взрывом ХС будете? Нет. Думаю, что нет. Он там пока паки откроет, я уже стримить закончу. Ништяк. Ништяк, только я не добиваю какую-то карту. И это не ништяк. Что-то въебало мне кинет, и это вилы будут сразу. Но если он дровается, значит ему нечем добить меня. Будет искать сидеть. Ну, это дядя Лич точно на барабане. Сколько эта карта по статам? 5-5? Да, Лич точно. Дай хилку, брат. Ну, это нихуя не хилка. Да, еще и себе урон получать. Нормальная тема. Это было рядом. Это реально было рядом, Варлок. Это было очень рядом. Собираешься в БФА играть? Да. Да, до БФА неделя осталась. Он во время инта будет, это так неудобно, потому что режим будет в таком говне. Посмотрим. Старт, возможно, будет не особо такой активный. Скорее всего. За Орду или за Альянс? Я за Альянс играю. До инта тоже неделя, да? Что это вообще за карта, господи, что это за колода, мне уже страшно. На ком будешь играть БФА? Я Рога, у меня Рога мейн. Это что, Дестер колода или ты сам сделал? Нет, это я сам сделал. Ничего себе, Ириска, неплохой ход, братан.
кажется, или инт в каком-то в этом году какой-то ущербный. В том вроде и тот дольше был. В смысле дольше был? Не, он наоборот позже начинается. Он такой же по размеру, только позже начинается. Он начинается, по-моему, 15 или 16 числа, а заканчивается там чуть ли не 20 какого-то, там 7 или где-то так. Соска, друг, спасибо большое тебе за 5 месяцев ресаба, добро пожаловать назад в семью, братиш, спасибо огромное. Какой спек? А то мутиков нерфанул с выходом, да там всех нерфят. Я хотел на инт съездить. Хотел бы, но это трата денег, огромнейшая трата денег. Сложновато с России поехать на интернешнл. Просто как зрителям. Сейчас все стримеры ломанулись в WoW, потому что это проплачено Близзардами ради рекламы, или ты не в курсе? Да Blizzard никому не платит, это не та организация, которая нуждается в рекламе игр своих. Шутите, что ли? Кто кому там о чем платить будет, это бред. Это интересно. Так. 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 Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Забайтил. Опять. Чё там с пушкой гонкой? Купил? Налить её с 1.5 литра сока и 90 бобриных сил под капотом и, естественно, кабриолет. Нет, еще Little Check не купил. Спасибо огромное за поддержку. Мы рядом, но ну нет еще. На карте так много. Как считаешь, загнется ли WoW через лет 5? Они бесконечно могут историю придумать, поэтому нет. Это не Dota. Поэтому нет. С Джейной можно подождать, наверное. God damn, dude. Мне нравится эта колода уже. Я понимаю ее силу. Разыграл его уже было? Нет еще. Планируешь сам бы врываться в БФА? Да я ж только что отвечал на этот вопрос, господи. Вы издеваетесь, что ли, бойс? О, меня решил, блядь, надавать карт. Окей. Хорошая идея. Домандара ХС, привет. Не стоит бояться силы. Бояться нужно. Бля, это мисплей. Это консид друид. Знаменитый. Холли, креп, Imagination, привет. Эта карта, если она приходит в мулиган или в стартовую руку, я ни в коем случае нельзя меня, даже против агро колоды, это пиздец. Мне кажется, они пустят через пару лет историю по новой, то есть опять будет пройден путь от классика до последнего дополнения. Мне кажется, это самый сейвовый вариант. Они могут развивать и... это, ну, это путь Lineage, грубо говоря, который вот Lineage испытывал недавно. Классик выпустили, классик Lineage вроде бы как там приобрел свою аудиторию. Но опять же, это очень хардкорная хуйня была, пиздец. Мне кажется, люди, которые не играли ни в классик WoW, ни БК, доны вот эти, ни Лич там и так далее, они захотят поиграть.
100%, если это будет именно такая задумка. Но с другой стороны, найдутся ребята, которые будут говорить: вы что, ебаные говноеды, мы сколько лет сидим, играем, не поэтому фанаты игры, чтобы это проходить все заново. Понимаете, тут две стороны медали, это сложно назвать объективным решением. Это деку Алунета не хватает. По-моему, это перебор уже с дровом будет. Алик, привет. Приста дога надо? Там лютая дичь. Если в двух словах объяснишь, что это за дичь, я, возможно, попрошу у тебя эту деку. Великан. Сосай, блядь. Одни сервера дальше продолжат, другие по новой пустят. Но я думаю, что вот так вот, да, это типа чистый путь линейджа. А Мечатун этот? Я у Варлока видел эту колоду на этом Мечатуне. Мечатун. Микроботы. Нормально. Окей. Что он с Думсейром, интересно, будет делать? Если он Думсейра не убивает, это я как подозреваю, нихуёво так сбавит ему темп. Раз он на такой помойке сидит, на шамане. Либо же он Хекс отдаст сейчас. Или Сайленс какой-нибудь. О май гаш! А вы... Ладно, это ничего бы не изменило, но это неплохой ход, конечно, от молодого человека. Это просто шокейрос. Я ставлю великана, он об него трейдит всю эту хуйню на столе. Если я не убью вот эту жесть. А я ее убить никак не смогу. Придется морозить одного валета с тремя атаками. Ну чё, морозить надо вот этого. Или вот этого. Не, вот этого надо морозить, чтобы он с этой стороны не трейдил. Можно деку? Покажу после игры. Bloodlust. Он вытащил Bloodlust, блять. Одной маны бы. Одну манку бы. Боже, вот это спойлеры. Я сижу, читаю сейчас. Но Bloodlust в руке, да. Причем, походу, не один. Решил затрейдить, молодец. Это была бы ошибка, если бы он не затрейдил сейчас. Но с другой стороны, не особая ошибка, как по мне. Нет, это дефить особо нечем. Только если вот так. Вот так. Не оставлять коин для лича. Но опять же, это слишком кисло. Что заставило поменять взгляды насчет алкоголя? Хреновое самочувствие. Пей. Да, братан, я уже все выпил, все, что можно. Все, что рядом стояло, я уже все выпил. Хреновое самочувствие после алкоголя. Единственный стимулятор.
О май гад! Холи креп. Блядь, ну зачистка пришла, было бы, конечно, найс, но это не зачистка, нихуя. Лич — это слабый ход, блин. Да, очень слабый. С другой стороны, у меня не так дохуя ходов здесь. Это очень кисло. Но если у него нет блудласта, то мы еще живем вроде бы один ход, но это такое. Мне кажется, он не просто так этого великана ставил. У него не особо много ресурсов. Там какие-то миньончики есть. Какие уехи тут? Это уехи — это карта 3-3 за 6 маны, которая за счет количества карт стреляет по миньонам, но он может по ебалу стрелять. И барон Гиддон. Но у тебя миньонов очень много, за счет этого стараться вывозить в темп как-то. Да, он начал трейдиться, ему нечем меня добить. Это хорошо. Так, сколько у него по дэмэджу? Два. Короче, у него 6 дэмэджа. Это будет опасно, то, что я сейчас сделаю, но... Но. Нет, закрываться надо. Я могу выставить Архивариуса, у меня один-единственный спелл, он заюзает его, эту семерку. У меня все карты будут по одной маны стоить. Но у меня 10 хп, и у меня открытая ебала будет. Это вообще не то пальто, которое хотелось бы увидеть сейчас. Поэтому лич. Койл, это хорошо, что Койл пришел. Хилка лишняя не бывает. Смотрел синематик по Вову. Какой именно? Их много было. Неплохо. Очень неплохо. Ох, сложно. Должен быть способ. Да, действительно должен быть. Вообще так хреново все, пиздос. Серьезно, блядь, ты мог что-нибудь пободрее за 7 маны достать? Это вообще кислый ход, пиздец. О, летал бы сейчас, скорее всего. В дрожжеглота, если бы он был, ребят, я бы его поставил бы, конечно. Нет, токсик, я сейчас заканчивать уже буду. Мы сейчас последний розыгрыш проведем. Я закончу. Конечно, тотем! Конечно, тотем! Или еще одну. Не, я еще одну сыграю. Мне надо понять полностью эту колоду. Бля, ну этот шаман... Это тупо спам какой-то вонючий. Если бы мне хотя бы одна зачистка приехала, у него были бы огромнейшие проблемы. Так, кто-то колоду просил показать, я вообще все покажу. Гачиклэпс. Так, сейчас я бетсов уберу, а то не видно.
Фотографируйте, молодежь, кому надо. Завтра поток будет? Вообще, скорее всего, должен быть. Да, мне завтра еще розыгрыш проводить. На завтра, по-моему, два SSD-шника надо будет от Kingston разыграть по 120 ГБ, если я ничего не путаю. Сегодня последний надо будет разыграть. Полтора рубля на Мосчат, на Steam. Аддон КС вышел? Да, да, ребят, вышел Аддон КС. Аленчик, спасибо за то, что Ширяка Мондлизус подписал. Спасибо огромное. Так, я надеюсь, вы успели сфотографировать, ребята. Я закрываю колоду своей рекламой. А среди сабов или как? Я послушал просто. Нет, не среди сабов. У нас внизу есть под стримом Мосчат, ребят. Это новая программа для войса и для текстового общения, соответственно. Ну, как и аналог, в принципе, многих, наверное, проектов сейчас. Но все равно, да, ребята развиваются и пытаются втиснуться. И мы им, соответственно, с этим помогаем. В общем, суть конкурса такова, что вам надо зарегистрироваться в Мосчате, перейти на мой канал, и дальше я уже там расскажу, соответственно, непосредственно уже перед самим розыгрышем, что будет происходить. Так, с учетом того, что это друид, он не агрессивный, я семерку оставлю в руке. Тройку можно оставить, если он вдруг начнет рампить жестко. Четверку я поменяю. А меня Андрюха захостил? Почему не написала, что меня Андрюха захостил? Странно. Должно в чае писать, что Андрей захостил. Спасибо ему огромнейшее тогда. Спасибо, Андрей. Спасибо, брат. Спасибо. Так, ну я пока, конечно, дупля не одупляю, что это за колода у меня. А, он меня опять забустил по мане. Только себя еще с буйным ростом забустил. Пятая мана на втором ходу, грубо говоря. Сейчас уже это непонятно, какой ход. Ну ладно, я быстрее семерочку заюзаю. Тут непонятно, кому это на руку. Он не понимает, что за колода против него сидит. Не понимает, что за колода... Я не понимаю, что это за колода у него. Потому что одного друида я уже отпиздил. Он был не ахти. Это был конси друид. Что делать, если ссылка не открывается? Паниковать, как минимум. На сегодня у нас последний остался приз для ребят. Это 1500 на Steam. Завтра уже SSD-шники 2 от Kingston по 120 ГБ. Почему он ничего не ставит? Что это за колода? Рамп, что ли, какой-то? На следующий ход семерку заюзаю. Олыном, наверное, скорее всего, потому что он вряд ли сейчас что-то за 7 маны поставит. Да. Хесик. Сталкич, привет, брат. Ну да, рампуем, хули. А сколько по времени завтра? Ребят, ориентируюсь примерно, что не раньше 4 по Москве начнется стрим. Ну, 16:00 по Москве. Фанта SSD выиграет, можете скринить. Фанта 2 дня подряд выигрывает что-то. Рабочая рука у Фанты. Так, эта карта уже юзлес. Прям жесткий юзлес. У нас 7 карт. Он что-то за 6 будет спамить, эта карта. God damn! 8-2, динозорд какой-то. Или что это? Или... Это саблезуб. Саблезуб, хорошо. Неплохо сыграно, братик. Че, еще что-то колданет, и у меня вот этот дроп сгорит. Чертям собачьим. Ну, неплохо зачистил стол, но у него... У него 3 карты в руке. Окей. Но он мне карт надавал. Это ошибка, по-моему, пиздец. Потому что у меня вся рука сейчас по одной мане будет. Так. Давайте постреляем ему в лицо. Почему бы нет? Я думаю, мы можем себе позволить. Нахлёстывание просто дичайшее идет. Гидончика я оставлю. Элементаля я дропну для того, чтобы в следующий ход у меня пятерка еще была в лицо. Какой у тебя патефон? Samsung, Samsung J5 или J6, я уже не помню. Samsung, в общем. Hello, China, motherfucker.
Это Маллигас друид. Дай бог ему здоровья тогда. В моем случае это Конси друид. Я надеюсь. Так, что по леталу? Что по леталу? Так, давайте посчитаем. Пятерочка, да? 5, 7, 11, 14. С гидона. Не, это мало. Это очень мало. Давайте пошукаем что-нибудь. Может, два таких пидораса придет? Нет, да? Окей. Окей. Мне кажется, у друида проблемы с зачисткой. Не знаю почему. Дрон 353, привет. Даже говорю, это конси друид, иди отсюда. Дайте веник, блядь, или швабру какую-нибудь. Я его смету с пола. Еще одну бахну, похуй. Мне нравится эта колода. Я ее чисто на рандоме собрал первой, ну посмотрим, как пойдет. Надо разбираться в этом обновлении, пока что ничего не понятно. Как там у вас в Новороссии? Жарко? Жарко очень, очень жарко. Невероятная жара, я хейчу этот город уже потихоньку. По двум причинам. Это теплый климат, причем 8 месяцев из 12, пиздец как жарко, если грубо выражаться прям. Вторая проблема — это отсутствие воды. Очень часто выключают воду. Я не знаю почему, в чем причина, возможно задолженность у водоканала. Но как, блядь, при чем здесь люди вообще, которые живут в этом городе? Это полная хуйня. Так, варлок, я оставлю зачистку. Хотя эта зачистка может не спасти. Ну ладно, но в тот раз мне против варлока не пришла, и я очень соболезновал, поэтому я оставлю ее в руке сейчас. Новая дека Concede Druid. Да. Ков легенда за день. Да, ребят, я уже стримлю сегодня уже более 5 часов, я еще не кушал ни хрена, поэтому... Я бы с радостью, но надо кушать. И у меня режим вроде более-менее сейчас нормальный, устаканился, мне не вариант слакать и... проебывать его опять, потому что в моем возрасте крайне сложно сдается это восстановление режима. Пиздец. Раньше я мог сутки просидеть легко, поменять день с ночью, и все нормально было. Сейчас я просто сижу 12 часов вот такой вот. Как Наричи какой-то на лавке, блин, после барматуры какой-то. Мне крайне трудно это дается все, так что нельзя проебывать режим. Вот отключает в каком плане горячую. И типа тазик ставил. Ну смотри, я тебе просто объясню. Нет никакого оповещения. 12 часов ночи, выключается вода холодная и горячая. Полностью выключается вода. И нет никакого оповещения уже 3 недели. И так может происходить всегда. Сегодня днем просто нахуй выключили холодную воду вместе с горячей. Не знаю почему и что за причина, но вот так вот. Такое ощущение, как будто кто-то подпиздивает деньги, блять, и списывает документально их. Этим меня раздражает Новороссия сильно. А так город вроде бы неплохой, конечно. Но крайне неудобно уже становится жить здесь, пиздец. Начинает гореть жопа дико. Больного приста на пробав видел с кабанчиком и с рывком? Нет, не видел, ребят. Мне предлагали там от кого-то, от дога вроде бы, да. Так, это, судя по всему, какой-то тяжелый варлок, и тратить идол я не хочу на него. Но у меня других вариантов не особо много. Я могу, конечно, вот этого пидорасика поставить. Да, давайте так и сделаем, у меня выхода не особо много. Что это за фейс, блядь? Это фейс-ролл какой-то дичейший просто. Солыч тоже в Новороссии сейчас живет. Вообще сейчас Алексей в Канаде находится и готовится к интернешнл. Вообще да, ему нравится тоже Новороссийск, но у него такие же проблемы с водой, как и у меня. Они у всего города, весь город в ахуе просто сидит, серьезно. Это уже не шутки, блядь. Мы встретились в маршрутке. Барон Гиддон, Гиддаун. Гиддаун, мафаки, Гиддаун! У Алексея, кстати, ребят, сегодня день рождения. Можете его поздравить в его паблике. Я думаю, он прочитает, ему будет приятно. Потому что я думаю, что много уже людей написало, но если кто вдруг не в курсе.
О, опять фейсролл, да, поедем сейчас? Или нет, давайте лича поставим, а фейсролл мы подзатянем на потом. Это как раз еще плюс один дэймидж от лича. Да, о, еще и с ликом. Это вообще бодро. Это очень бодро. Что по митингам? По каким митингам? А, в новороссийские митинги, ребят, да я вас умоляю. Краснодарский край полон казаками, которые будут разгонять всю эту делегацию, которая вышла бунтовать якобы. Поэтому митингов не будет. Так, карты 8 карт за 7 маны дроп. Вряд ли что-то бодрое выпадет, но давайте попробуем. Взрывомастер и скряк. Без боевого ключа, правда, ну ладно. Ладно. 2-5-5 за 6 маны. Ништяк, или за сколько? За 7. За 7 маны, прошу прощения. Сижу, чувствую, что хуёво. Сегодня на жаре сварился, как крутое яйцо. Пойду сейчас... Походу я сейчас от... Ну, типа, я не буду читать мат. Не знаю, не хочу в конце стрима материться много. Мат должен быть уместен. Намажься, я не знаю, сметаной какой-то. Применяй народные какие-нибудь способы на себе. Это помогает, я где-то слышал. Так, интересно, этот чили-босс играет с унитазом или нет? От этого зависит судьба моего великана, которого я хочу поставить. Я, наверное, рискну. Я рискну. Вот так вот сделать. Давайте одного баблера уберем. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Это не шутки. Мы встретились в маршрутке, когда уже легендал. А то ты то в лоле, то в ходсе. Мы ждем легенду. Дядя, я мало играю в ХС. Я за последнее время зашел, наверное, за 2 недели, по-моему, первый раз в ХС. И то, потому что вышло дополнение, чтобы открыть карты. Не знаю, в Лего я вряд ли проеду. Хилыч, спасибо большое тебе за поддержку. Огромнейшее. Казаки-то ладно, это еще кадыровцы подъедут, там вообще грабли будут. Ну, не знаю, за казаков я могу 100% сказать, что тут их будет много определенно. Это эхо на один ход работает? Да, до следующего хода. Ничего себе. Какой хитрый молодой человек на варлоке. Я просто не знаю, что от него ожидать. Он не может ебало разорвать 18 хп. Я очень сомневаюсь в этом. Потому что ни одна контроль колоды так не делала раньше. Которая была у варлоков. Но я на всякий случай еще койл себя выкину. Зачисти стол, пожалуйста. Не надо в лицо стрелять всем подряд. Господи Иисусе, god damn. Послушаешь, так Жоры уже страшно становится. А чё Жора? Жора видосы много смотрит. Мне кажется, у него каша в голове после всех этих видосов в сумме. Стивка, привет. Давайте еще одного великана дропнем, ладно. Ну это с Гулдоном, походу, типос. Типо Рейлос. Сметана не помощник, она наоборот делает хуже. Сметанка создает пленку из жира, которая делает микроволновку твоим органам. Я тренер и почти доктор. Веселый баба, я просто не профессионал в этой сфере. Просто это раньше помогало выживать. Серьезно. Людям, которые обгорели. Возможно, это вредно, да, но... Я просто решил посоветовать то, что помогало мне когда-то. Есть крутые несколько каналов, где пожарный врач неотложки с GoPro снимает. Вот там контент человеческий. Мне кажется, там трэш полный нахуй. Не знаю. Потому что если это в России происходит, я уверен, что там трэшак. 100%. Не знаю, бабл снимать или нет. Мне кажется, там с тентаклями тип сидит. Ну ладно. Так, ребят, это точно последнее. Потом разыгрываем последнюю Steam гифт на 1500 рябчиков. И я
закончу на сегодня поток. Встретимся уже с вами завтра, и будет розыгрыш уже SSD Kingston, если я ничего не напутал. Две штучки. Мощный сметанкой кефирчик 0%, ничего не перепутал. Не, именно сметанкой херачился, это миф. Полотенце и холодная проточная вода делают чудеса. Но еще обкутывались, типа, да, простынями, потому что спать невозможно было мокрыми простынями. Не, ну почему миф? Мне это рили помогало. Так, 6 карт, да? 6 карт. Мы можем подроваться, в принципе. Хотя много мы не подроваемся. Две карты только, если максимум. Опа! Неплохо сыграно. Первый SSD мне вышлите, остальные так уже и быть разыграйте. Фанта. Опять, если включишь свою быструю руку, и получится выиграть. Тут все честно должно быть. Как это эхо просто одолевает дико. Господи Иисусе. Да все, уже нету атаки. Нету атаки у ребят. Хватит. Хватит издеваться над пацанами. Так, не, я бы от Джайны бы не отказался сейчас, потому что скоро лейт пойдет. Судя по всему, есть предпосылки к тому, что он начнет делать грязь. Так, Архивариус, он уже юзлес. Джейна. Окей! Окей. Я элементаля разыграю для того, чтобы был бонус на следующий ход. Кстати, что если у меня ноут SSD, ну что? Роман, это не ко мне вопрос, дядя. Мое дело разыграть просто, и все. Что-то пригорит, да, у нас? А, нет, у меня 9 карт. Найсец. Найсец! Что у нас по картам? Осталось 6 карт. Не так много, конечно, занизила эта штука. Довольно поздно спельчик пришел нам. Самый верный вариант — просто сбрить кожу. Сбросить кожу и сменить на свежую. Говорят, это потомок Салазара Слизерина Капа. Такие себе шутки, гайз. Ошибки случаются, он меня выиграл или что? Я не понимаю, что происходит. Возможно, меня чем-то сейчас ваншотнет, нахуй. Я не знаю это обновление, поэтому я не знаком с новыми картами. Если у вас не осталось карт в колоде, что еще раз? Если у вас не осталось карт в колоде, в руке и в игре уничтожают героя противника. Ебать, что это такое? Сильный мужчина. Я снимаю шляпу перед этим господином на Варлоке. Новая мета. Неплохой тип, конечно, да. Но мне кажется, агро его так разъебывает, просто в сопли. Ну, стоило догадаться, да, что что-то здесь не так. У него вообще ничего толком нет в колоде. Он тупо дефится и тупо таунтами заставляется и хилится. Что-то должно было пойти не так. Это вот что пошло не так. Неманутый. Вот и колок. Не, жестко. Базара 0 жестко.